Экспорт и импорт товаров для последующей реализации сегодня одна из наиболее востребованных ниш бизнеса. Однако, организуя транспортировку груза и его реализацию, владелец должен учесть то, что ввозимая из страны Евразийского экономического союза товарная единица признается объектом налогообложения. В этом случае, согласно Кодексу Республики Беларусь, используется система НДС, налог который включается в итоговую стоимость товара или услуги. Для цели уплаты ввозного НДС налоговая база определяется на основе стоимости приобретенных товаров, то есть иные расходы, которые организация несет в процессе приобретения этого товара, не увеличивают налоговую базу. При исчислении налоговой базы НДС применяют курс на дату оприходования товаров, вне зависимости от порядка их оплаты. Если поставщику перечислен аванс и официальные курсы на дату оплаты и принятия к учету товаров разнятся, налоговая база ввозного НДС будет отличаться от стоимости товара по ценам поставщика, отражаемой в бухгалтерском учете. В зависимости от учетной политики в оценку товаров могут включаться и иные затраты, связанные с приобретением данных активов. На порядок определения налоговой базы это не влияет. НДС уплачивается по ставкам, предусмотренным для ввозимого товара нормами налогового курса. 20%, 10%, либо применение освобождения. При ввозе товаров из государств-членов Евразийского экономического союза у субъектов хозяйствования возникает обязанность подать часть вторую декларации по НДС, в которой отражается расчет суммы ввозного налога. Этот документ заполняется за тот месяц, в котором приняты к учету импортированные товары, представляется в налоговый орган не позднее 20 числа следующего месяца. Часть вторая декларации по НДС заполняется без нарастающего итога, заполняют в целом по всем товарам, ввезенным в отчетном месяце на территории Республики Беларусь. Отчетным периодом по НДС, уплачиваемому при ввозе товаров из стран Евразийского экономического союза, является календарный месяц. В месяц декларации нужно предоставить заявление о ввозе и иные предусмотренные законодателем документы. Уплатить налог нужно не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров.